Всем привет! Мы находимся в Доусон-Сити, Канада, территория Юкон. И сегодня я попал в университет Доусон-Сити. Нечаянно, так случайно, в субботу дочь с зятем проходили здесь обучение и сдавали экзамен для получения лицензии на охоту. Конечно, мне понравилось очень. Здание небольшое, двухэтажное. По-моему, два крыла. Поднялся я на второй этаж. Никого народа. Охраны нет. Вахты никакой нет. Кругом все пусто. В одном кабинете, вот там, только преподаватель и обучающиеся. Заглянул в стеклянные двери, компьютерный зал, много очень компьютеров. Все кругом такое чистенькое, свеженькое, новенькое. Столы хорошие, кресла, компьютеры стоят в другом кабинете. На окнах жалюзи. Прогулялся по второму этажу, посмотрел, поглядел. Классно, супер. Даже в туалет зашел. Все новое, вся сантехника, все-все-все новое. Классно. Больше часа там находился. Вот и все. Получили результаты сдачи экзамена. Сдали они. Тут портреты, не знаю кто, основатели этого университета. А это золотые медалисты, скорее всего, выпускники Доусон-Сити в университете. Спускаемся по лестнице вниз на первый этаж. Вот, и как видите, внизу пустота. Свободный вход. Никого. Даже непривычно, что без охраны. Вышли на улицу. На улице солнышко. Стоит наша машина. Хороший университет. Очень. Юкон Сити. Юкон университет. Ну, буду ходить и стараться показывать вам еще необычные места. Кто вам еще покажет?